понедельника 12 марта 2018 года Первый канал покажет нам долгожданную премьеру. Сериал называется «Золотая Орда», который состоит из 16 серий. Сериал будет показан в течение 2 недель по 2 серии в день, будние дни. Время эфира 21:30, сразу после программы «Время». Хан Мингу Тимир увозит княгиню Устинью в Орду, что вызывает возмущение жителей Владимира. Происходит конфликт между великим князем Ярославом и князем Борисом. Борис уверяет брата, что спас его шкуру, согласившись отдать жену монгольскому хану. Ярослав же обвиняет Бориса в том, что тот пытается добиться расположения Берке, опозорив весь русский народ. Ярославу предстоит принять решение, кому отдать управление Переяславлем, а также постараться вернуть доверие народа. Сыну Ярослава Владимиру, как и Борису, не нравится политика, проводимая великим князем, поэтому дядя и племянник решают объединиться. Во время конной прогулки великий князь спасает тонущую молодую татарку Наргиз, которую хан Мингу Тимир привез из Орды ему в дар. Появление Ярослава и Наргиз в княжеском дворе производит ошеломляющее впечатление на окружение князя. Жена Ярослава, Радмила, чувствует, что ее муж симпатизирует Наргиз. Опасаясь, что татарская девушка может лишить ее мужа, Радмила решает ее проучить. После визита Мингу Тимира и выполнения его требований великому князю, Ярославу необходимо восстановить доверие жителей города. Многие приближенные князя выступают за сопротивление Орде. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.